Приготовим нежное, мягкое сливочное мороженое с приятным мятным вкусом. Оно так приятно освежает в жаркий солнечный день. А приготовить его легко и просто. При замораживании не надо перемешивать. Хочу поделиться с вами легким рецептом, как приготовить мятное мороженое. Вам не придется перемешивать его при замораживании каждые 30 минут. Достаточно только раз взбить сливки и смешать со сгущенкой, вот и все усилие. Как вы уже поняли, в состав этого мороженого не входят яйца. Мороженое получается очень вкусным, мягким, без твердых льдинок. Готовьте с удовольствием. Сливки 400 мл, жирностью от 33%, сгущенное молоко 200 мл. Мятный лист 1 штука, горсть, количество порций 6. Подготовьте необходимые продукты. Мяту промойте прохладной водой. Сливки 200 мл влейте в кастрюлю, добавьте мяту и доведите все вместе до кипения. Накройте крышкой, остудите и дайте настояться в течение 2 часов. Все сливки перед взбиванием должны быть холодными. Приятного аппетита!